Все, друзья, всем привет! Сегодня 19 декабря 2019 года, в общем. Вчера ходил на косыночку рыбачить, поймал, короче, ну, где-то 26 вроде бы чебачков, чтоб это ставить самолова на налима. В общем, сегодня поставил 24 самолова, у меня 14 тут стояло. Короче, два без крючка, один в мороженый, забыл скинуть шнур, вот. Короче, оставалось буквально, ну, может быть, 11, может быть, 8 рабочих самоловов. Ну, как самоловов, крючок и живок, вот. 4 проверил, вот. Вот там вот, короче. Вот, пришел к пятому, сидит на лимчик вот такой. Ну, где-то килограммчика полтора, ребятушки. Вот такой вот сидит красавчик, дружочек у нас. Вот, хорошенький. Все. Бог помог нам. Вот. Сейчас еще осталось у нас 3... 6, 9 палок. 9 палок, но из них может быть работает штук 5. Вот. Хорошенький на лимончик. Вот такой лайко ставим. Второй нынче в этом году пойманный на лим. Вот, друзья, вода с лунки вот так вот выходит. Блин, галички намочил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай! Все, короче, галички промочил. Ладно, друзья, выключаюсь, короче, пошел буриться дальше.